Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Arbat Homes и я ее менеджер Екатерина. Сейчас мы находимся с вами в районе Махмутлар, который очень активно развивается. Здесь уже очень много жителей русскоговорящих. Здесь хорошо развита городская инфраструктура, то есть здесь есть все необходимые магазины, кафе, рестораны. Также развито транспортное сообщение, поэтому отсюда очень легко добраться до любой точки Алании. Также в Махмутларе очень много школ и детских садов. Также недавно открылась новая школа в Кыргыджаке. Этот район подходит не только для проживания большой семьи, но также и для отдыха. И здесь очень хорошо сдавать апартаменты в аренду круглый год. Поэтому сегодня я хочу вам представить квартиру планировки 3+1. И это будет не просто одноуровневая квартира, а целый дуплекс. Из инфраструктуры здесь имеется открытый плавательный бассейн, фитнес, сад, генератор. Напоминаю, что наличие генератора в комплексе очень важно, особенно в зимний период времени, когда здесь очень часто идут дожди. Оказываясь в квартире, мы с вами попадаем сразу в небольшой просторный коридор. С правой стороны у нас есть большой шкаф вместительный, где вы можете размещать свои личные вещи. С левой стороны у нас санузел. Пройдя прямо, мы с вами оказываемся в большой просторной гостиной, совмещенной с кухней американского типа. Прошу обратить ваше внимание, что кухня зонирована. Также из гостиной у нас есть выход на балкон. Не могу не обратить ваше внимание на вот этот кран. Все спрашивают, для чего он сделан. А сделан он для того, чтобы облегчить мытье пола на балконе. То есть вы можете надеть на него шланг, спокойно помыть балкон, и также здесь сразу имеется слив. Еще хочу обратить ваше внимание на стройку, которая находится рядом с данным комплексом. Это здесь не будет построен большой дом, не будет многоэтажка, которая будет закрывать вам вид. Здесь будет парк большой, просторный. Максимум здесь построят здание в один этаж, в котором будет располагаться кафетерий, фитнес. Здесь же на первом этаже расположена гостевая спальная комната с отдельной кладовкой. И также здесь еще есть гардеробная. Но эту гардеробную можно использовать еще как личный кабинет, по вашему желанию. Из спальни имеется выход на балкон с прекрасным видом на бананы и горы. Приглашаю вас на второй этаж. Здесь у нас расположена одна детская спальня. С левой стороны, с правой стороны большой санузел, и также прямо мы попадаем в родительскую спальню. Итак, находимся мы теперь в родительской спальне. Она имеет собственный санузел с душевой кабиной. Она достаточно просторная и светлая. Также из нее мы попадаем на балкон. Самое удивительное, что отличает данный дуплекс от остальных, это то, что здесь есть опоясывающий балкон, который соединяет все спальни на втором этаже, включая коридор. Детская спальня на втором этаже, она тоже очень необычная, потому что в ней панорамные окна. И еще хочу отметить то, что здесь в каждой комнате есть вывод под кондиционеры. Итак, дорогие друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего видеообзора. Я вам представила дуплекс планировки 3+1 площадью 190 квадратных метров в новом доме с видом на море, на горы и на бананы. Дуплекс находится на 9 этаже, и его цена составляет всего лишь 77 500 евро. Также в данном комплексе имеются апартаменты планировки 4+1 площадью 215 метров квадратных. Их цена составляет 83 500. За подробной информацией обращайтесь по номеру телефона, указанному на экране, или пишите комментарии. А я прощаюсь с вами. До скорых встреч!